Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Команда «Самары ГИС» сразится за гран-при картинг-турнира среди журналистов. Баскетбольная «Самара» готова играть в единой лиге. Анастасия Павлюченкова после Уимблдона стала 19-й ракеткой мира. Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова после Уимблдона поднялась на 19-е место рейтинга Международной теннисной ассоциации. До этого она занимала 23-ю строчку. Павлюченкова дошла до четвертьфинала лондонского турнира, где проиграла первой ракетке американке Серене Уильямс в двух партиях с одинаковым счетом 6-4. А вот тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина теперь на 29-й позиции рейтинга. Она тоже поднялась на 4 ступени. Баскетбольный клуб «Самара» подал заявку на вступление в следующем сезоне в единую лигу. Кто будет играть в чемпионате, станет известно в субботу на заседании Совета лиги. Заявки также подали «Сахалин» и «Парма». В прошлом сезоне Суперлиги «Самара» по итогам регулярного чемпионата заняла 5-е место, в плей-офф – 4-е. Заместитель генерального директора единой лиги Илона Корстин, кстати, самарчанка, игравшая в команде ВБМ СГАУ, подтвердила ситуацию с заявками. Однако воздержалась от прогнозов по поводу того, какие из них имеют наивысшие шансы одержать победу. Комиссия лиги уже была в Перми и Самаре и до заседания планирует посетить «Сахалин». Спортивные журналисты телеканала «Самары ГИС» Сергей Кизоркин и Константин Головин в гоночной команде по картингу поборются за призы турнира среди средств массовой информации. Соревнования пройдут в торговом центре на Южном шоссе в субботу. Начало квалификации в 10 утра. Финальные заезды в 2 часа дня. Приходи, поддержи команду «Самары ГИС». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.